Всем привет, дорогие друзья! Это влог номер 10. Наконец-то делаю видеообзор, который планировал уже очень давно, с последними новостями канала. Итак, в этом видеообзоре вы увидите, как я расставил новые минифигурки в коллекции. Наборы и минифигурки, которым требуется помощь. Новогодние подарки в коллекцию. Итак, друзья, давайте начинать по порядку и начнем с расставления минифигурок. Как можете видеть, у меня на месте бракованной партии появился отряд Дельта. Теперь будет располагаться коллекция клонов именно таким образом. Далее расставил на место бойцов с Джианозиса, настоящих бойцов, то есть полностью отряд с огнеметчиком, командиром Джетом, ну и также все по списку. Далее у меня получилось два ряда клонов 212-го батальона и три ряда клонов 501-го легиона. Но это, я думаю, пока временно. Этот легион у меня будет расширяться, поскольку я приобрел еще два набора под кастомные минифигурки, которые я со временем буду делать и, соответственно, вам показывать. По минифигуркам джедаям здесь скоро тоже будет пополнение. Продолжайте следить за моим каналом, чтобы ничего не пропустить. Вот так выглядит, кстати, новый ATTE. В моей коллекции, поскольку старый набор 2013 года я продал и поставил более новую версию на это место. Далее, по дроидам у меня здесь в целом ничего не поменялось, все стоит нормально, вот таким образом. Перемещаемся чуть ниже, здесь есть небольшие изменения. Дело в том, что некоторые клоны у меня уже не влезают, решил их поставить на новую пластину. Временно вот таким образом, это клоны отряда Асоки. Ну и также здесь стоит два таких вот ARC бойца, пока, конечно, временно, но больше им пока не нашел места. Далее, еще у меня здесь стоят сенатские гвардейцы во главе с таким вот императором Палпатином из набора Венатор. Два крейсера у меня так и остались здесь стоять, они нормально смотрятся, здесь я их и оставил. Что по дроидам у меня внизу здесь творится, пока такой небольшой хаос, уже получается три новых дроида B1, нужно будет заводить новую пластину со временем. Также здесь у меня располагается шаттл сепаратистский. Нужно специально покупать такие, я видел, на Авито подставки, чтобы поставить некоторые наборы, а именно корабли и звездолеты на подставке, чтобы было уже все красиво. Так, двигаемся наверх. Что у меня здесь происходит чуть выше в коллекции? Поднялись мы чуть выше. Здесь у меня располагаются клоны отряда Дума. Также я разместил здесь 187-й корпус Мейса Винду. И вот клоны с Джианозиса из батлпаков теперь у меня располагаются здесь таким вот образом. Ну и клоны первой фазы здесь не стоят. Еще не до конца пластина укомплектована. Но думаю, со временем будут там появляться новые бойцы. А так, по изменениям в коллекции это все. Конечно, это вроде бы быстро, я вам все показываю. Но вот, например, одна переборка минифигурок у меня заняла один день, чтобы все переставить красиво. Это, конечно, даже еще не окончательный результат. И сейчас пойдем еще вот в эту сторону коллекции. Там тоже есть некоторые изменения. Посмотрим, что у меня там поменялось. Но это все было достаточно не быстро. Так, погнали в следующую часть моей коллекции. Так, друзья, начнем с мандалорцев. Одному из них я дал вот такой кастомный ранец. Смотрится на нем очень прикольно и ему идет. Также один из новогодних подарков — это вот такой вот Грогу. Вы можете подумать, что это Funko Pop, но это не Funko Pop. Это вот такой вот фонарик. Очень прикольный, мне нравится. Поставил его под тему мандалорцев. Здесь у меня еще и рисунок стоит, и моя диорама. В общем, он сюда классно вписывается. А бракованная партия теперь будет стоять напротив их корабля. Я думаю, это и логичней, и изначально надо было так сделать. Но вот хотелось мне, чтобы на переднем плане стоял какой-то спецотряд, поэтому долго от этой идеи отказывался. Но теперь у меня есть Дельта, и бракованные отходят вот в эту часть коллекции. Смотрятся они, конечно, тоже хорошо, и даже, наверное, намного лучше, чем было до этого. Ну и наверху у меня располагаются биониклы по старинке. Отсюда их не убираю, они смотрятся прикольно и разбавляют коллекцию. Переходим к следующему объекту нашего влога, и это у нас два набора 501 легиона, я их еще так и до сих пор не помыл, времени, к сожалению, на все не хватает, но планирую заняться этим в ближайшее время
и уже начать потихоньку улучшать их. Ко мне пришла посылка, в следующем видеообзоре вы увидите ее распаковку и уже поймете примерно для чего я приобретал два данных набора клонами из 501 легиона. Но так вот у меня как было после распаковки, который выходил месяц назад, так все и осталось. По идее надо это все мыть, перебирать детали и уже думать, что с ними делать. Либо оставлять в таком виде, либо пускать под какие-то свои личные самоделки. И последняя новость моего канала. Это мне подарили вот такие три прекрасные книги. Это «Люк Скайуокер» и «Тени Миндера. Звездные войны». Вот про Люка история буду читать. История про Сокол Тысячелетия. Давно хотел себе такую книгу. И очень интересно будет посмотреть и почитать, что это вообще за корабль такой был у Хана Соло. Легендарнейший. Ну и вот такая вот энциклопедия о, получается, крейсерах и вообще полностью всей технике «Звездных войн». Это очень для меня ностальгичная книга, потому что я в детстве собирал журналы. Там как раз-таки были вырезки из вот этой энциклопедии большой. Вот, например, помню «Леда Байк», вот этот в журнале был. И вот для меня это очень ценный подарок, поэтому решил вам его также показать. Здесь очень все красочно изображено, рисунки, краткое описание, название. Ну и здесь, как можете видеть, очень много различных подразделений, от маленьких кораблей до таких крейсеров имперских, также крупных каких-то кораблей. В общем, достаточно интересная энциклопедия, и я вот ее изучаю. Мне она достаточно сильно нравится. На сегодня это все. Получился вот такой влог номер 10. Если вам он понравился, обязательно оценивайте его лайком. Комментируйте, а также подписывайтесь на мой канал, те, кто еще не подписан. До новых встреч, друзья, и да пребудет с вами сила!